почти каждый день я хожу по новым маршрутам. Например, сейчас уже, будучи 100 миллионов раз в этой локации, иду вот новой дорогой. Смотрите. Видите, какие-то старые дома интересные. Забавные случаи. Сейчас перейду дорогу. А нет, не перейду. Переход чуть подальше. Забавный случай. В принципе, это фактически практика. То есть компании друг с другом не дружат. Друг друга подставляют. Особенно, когда они занимаются в какой-то одной сфере. Я не знаю, почему так происходит. Видимо, борьба за бюджеты государственные. Более того, вот за последние две недели казалось, что есть даже избранные юридические компании, которым, видимо, что-то там наверху обещают, и они, соответственно, идут исследуют какую-то тему. Вот. Я в этой истории, как всегда, играю роль дизраптора, такого медиатора, балансировщика всех интересов. Ну, по крайней мере, мы начали этот процесс. И, например, вот сейчас тот круглый стол, который мы будем проводить по государственному частному партнерству, будет такой хороший вклад в развитие космической отрасли в России. То есть отрасль принадлежит не одной двум компаниям, а всему рынку. Вот. И, в принципе, как бы понятна конструкция, как работать и что делать дальше.